Дело в том, что у меня были съемки в симуляторе аэробуса. Так вот, аэробус сделан так, что его завалить даже нельзя, его положить нельзя. Он не выполняет команды, которые не соответствуют безопасности. Я сажал, поднимал, пусть симулятор, но два раза, и мне показывали, как это происходит. Я пытался его покидать в пике, это невозможно.